доброе утречко! Ну что, уже успели заскучать дома? Тогда у нас есть хорошая идея. Самое время сделать генеральную уборку. Но если для вас это звучит слишком сложно, не переживайте, мы поможем вам навести порядок на позитиве. Поехали! У нас еще топит батареи, а это значит, что воздух в квартире сухой. Обезвоженная слизистая – отличная мишень для вредных микробов. Что касается пыли, она в первую очередь оседает на занавесках. Снимаем их. Ну тут годы гимнастики точно не прошли даром. Отправляем все в стирку. Ну что, а теперь помоем окна, чтобы смотреть на этот мир без помутнения. Здесь пригодятся бумажные полотенца. Ими удобно стирать пятна со стекол. Готово. Теперь освободим место для дальнейшей уборки. Ой, ну здесь без мужской руки точно не обойтись. Жень, поможешь, пожалуйста? Ну что, пылесос в руки и вперед! Это полезно вдвойне. Отличный способ размяться. Но пылесос не уберет всю пыль, подключим еще тяжелую артиллерию. Если у вас нет специальных порошков для чистки, можно использовать обычную соду, а еще уксус, соль или даже манную крупу. А что у нас там под кроватью? Ого, срочно моем полы! Можно обработать антисептиком все поверхности в квартире. Сейчас это лишним уж точно не будет. Специалисты говорят, что вирус может жить на дверных ручках до 9 дней, поэтому убьем его скорее! А пульт, к примеру, вообще постоянно передают из рук в руки, поэтому, конечно же, важно его тоже регулярно протирать. А когда вы смахиваете пыль с телевизора, не забывайте, что чистящее средство сначала наносят на тряпку. Постираем и постельное белье. Это нужно делать раз в 10 дней. Постельное белье и полотенце специалисты советуют стирать при 60 градусах Цельсия. Так все микробы точно погибнут. Остались последние штрихи на кухне, и вуаля, все готово, можно передохнуть. Кстати, вы знали, что с лимоном и водой есть классный лайфхак по очистке микроволновки? Ставим содержимое со стаканом на 10 минут. После этого убрать грязь будет легче, в качестве бонуса приятный запах. А еще с помощью микроволновки можно продезинфицировать кухонную губку всего 2 минуты на высокой температуре, и 99% бактерий исчезнет. А мы тем временем, похоже, все закончили. Ура! Ну что, чистота, красота, мы немножко развеялись, подвигались, а теперь самое время для заслуженной награды.